В рамках подписной кампании сотрудники нашего города встретились с читателями газеты. Первая беседа прошла в третьей школе. Журналистов издания интересовало мнение читателей о содержании газетных материалов и их качестве. Какие проблемы и темы волнуют жителей города в первую очередь и какие публикации они хотели бы видеть в перспективе? В топ излюбленных тематик вошли вопросы ЖКХ и благоустройства городской среды, рейды народного контроля, публикации на темы образования, социальной поддержки и спорта. Настолько она у нас многогранна, интересна и разнообразна, что, наверное, сложно что-то предложить новое. Возможно, какие-то занимательные страницы, интересная в мире, может быть, науки, какие-то изменения, что происходит. Кроме того, как показал диалог, на страницах нашего города читатели хотят чаще видеть материалы о культуре и традициях разных народов, проживающих в Муравленко, об истории и географии родного края, и больше истории о людях, которые сегодня живут и работают в нашем городе. Напоминаем, что предложить актуальную тему для журналистов, задать вопрос или высказать свое мнение о газете может каждый житель города. Это можно сделать в пабликах «Муравленко-24», в социальных сетях ВКонтакте и в Facebook. Подписка на годовой абонемент издания продолжается. Оформить ее можно по двум адресам – Муравленко-8А и 70 лет Октября-3, а также на рабочем месте, пригласив специалистов по телефону 48 080.